Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня ваш риэлтор Надя Эггерс. Я риэлтор в городе Орландо, точнее, Центральная Флорида. Сегодня мы решили совместить приятное с полезным и сделать обзор двух домов с Юлей. Заодно эти дома были выбором моего клиента. Попросил покупатель меня посмотреть, сделать видео. Я тоже после Юлиного сделаю видео дома, посмотрим, что внутри. По фотографиям этот дом выглядел очень прилично. Критерии покупателя таковы. Цена не должна превышать 450 тысяч. Должна быть хорошая хотя бы элементари школа, но здесь хороший элементари, хороший хай. Middle школа средненькая, у них маленький ребенок, который в следующем году пойдет в элементари школу, поэтому для них самый главный критерий это был элементари. Критерии были также, год постройки не важен, но чтобы это был частный дом, пусть это будет 3 bedroom или 4 bedroom, это маленькая семья небольшая, мама, папа и ребенок. То есть 3 bedroom им было достаточно. Я нашла в их ценовой категории вот один из этих домов. Цена дома 420 тысяч, 4 спальни, 2 ванных, размер дома 1959 квадратных фит, в переводе на метраж 182 метра. HOA здесь $215 в месяц и налог 4200 в год. Дом построен из блока, участок 0,13 акра, находится это комьюнити в... Опять-таки, то место Метровест – это одно из наших любимых мест, потому что здесь еще можно найти что-то по более-менее доступным ценам. Вот опять-таки, если бы мы сейчас поехали искать такой дом, например, в тот же самый Виндермир или Лейк-Нона район, да, то цены были бы уже за 700. Дом постройки 2004 года, не знаю, если я сказала или нет. Комьюнити называется Stonebridge at the Lakes. Там у нас даже вот отсюда видно озеро. Дом напротив уже с выходом на озеро. Хороший комьюнити, наш, да? Нет, но это как бы не было какой-то критерии. Самые основные критерии мы выполнили. Сейчас пройдем, посмотрим дом. И что нас ожидает, мы пока еще не знаем. А, гараж еще, да, на две машины? Гараж на две машины. А что же внутри? Комьюнити очень чистое, оно гейт, это здесь ворота при въезде. И очень ухоженное, видно, что... Ну, видно, видно, да. Куда уходят деньги и чуей. Соглашусь. Домики все выполнены в среднеземноморском стиле. Дом не обставлен, извините. Да, к сожалению. У нас не было такого выбора, потому что именно этот дом мой клиент хотел, чтобы я посмотрела. Так, что мы тут видим? Как эта комната называется? Так, ну, это у нас называется, опять-таки, такая комната, как мы не знаем, как назвать. Это living room, комната для приема гостей. Чаще всего здесь ставятся диванчики, и когда кто-то в гости по-быстрому забежал, здесь можно их встретить. Большая, скажи. Очень, очень большая, да, очень, очень большая. Здесь столовая у нас. Здесь вот так стенка. Мы упираемся, когда приходим, упираемся в стенку. Да, окошки грязноватые. Ну ничего страшного. Еще, может, сразу еще одно, пойдем сюда. Еще одно критерие было, чтобы немного нужно было делать ремонта. Вот сейчас мы и посмотрим. Фотографии, ну, да. Вроде здесь они соответствует плитку заменили. Подожди, да, сейчас посмотрим. Плитку здесь заменили. Ага. Здесь мы попадаем в постирочную. Да. Тут у нас что? Кондиционер. И гараж на две машины. Как-то мы пошли странным путем. Обычно мы заходим. Да. Чтобы не забыть гараж, а то пару раз было, забываем. Окей. Так, пойдем по порядочку. Здесь мы попадаем, я так понимаю, это мастер, хозяйская спальня. Хозяйская. Ковер весь на выкид, на замену. Это минус. А потолок повыше, да, такой, это плюс. Ты знаешь, на самом деле, это даже может быть и неплохо, что... ковролин уже в таком состоянии, лучше переложить пол. Ну да. И да. На самом деле сложнее плитку отбивать, чем ковер свернул и сделал ламинат какого-нибудь хорошего качества. И дом без ковролина. Здесь размер помещения хороший, большой, но здесь все
под ремонт. То есть тут вот есть, имеется ванная, все, что надо, есть, да? Угу. Есть душевая, есть две раковины, большое зеркало. В очень плохом состоянии. Но вот эти кабинеты нужно менять. Нужно, да. И странно, да, что здесь случилось? Потоп? Во-первых, дешевое качество самих, да. Это даже не... Это какая-то вот пленка, видишь? Угу. Ну да, пленка, да. Клейна уже со временем. Это тоже что-то такое желтое уже непонятное. Ну, в общем, это однозначно менять, да? Здесь нужно делать капитальный ремонт в этой ванной, угу. Что у нас здесь находится. Гардеробная. Так, смотрим, гардеробная. Так, да, она сразу совмещенная для мамы и папы. Тут что? Здесь у нас трон. Туалет. Типа сортир. Угу. Хорошо, что закрывается. Из плюсов, что можно сказать, да, это все можно поменять. Размер ванной комнаты хороший. Угу. Да? Размер хороший. Но менять все надо. Ты знаешь, опять хочу сказать, что цена дома хорошая. Может да. быть, все-таки вложиться в ремонт, потому что район хороший. Да, цена хорошая, но посмотрим, что нас еще здесь ожидает. Да. Какие сюрпризы. Угу. Так, кухня. Очень большая кухня, посмотри. Так. Что, новая? Давайте снимем кухню. Вот она такая. Еще неиспользованные шкафы. Угу. Так. Кухня похожа на новую. Вот кухню меняли, скажи. Кухню да? меняли, скорее всего, вот эти полы тоже. Угу. Наверное, для продажи, мне так кажется, это возможно, все возможно. Потому что здесь никто с этой кухней еще не жил. Она совершенно новая. Положили гранит. Гранит интересно, это хорошо. Интересно, посмотри, какое решение. Вместо плитки они сделали фартук из гранита. Да, вот до конца. Это очень редко кто так делает, то есть это точно кастом. Вот это тоже нужно выкидывать все. Да, и поставить это сюда микроволновку. Потому что, смотрите, здесь микроволновка отдельно, и вот этот духовой шкаф маленький, он отдельно, потому что вот его, слушай, видишь, нет вот внизу. Нет, представляешь, они не поставили духовой шкаф. Я такой первый раз вижу, честно говоря. Очень странно, да? Причем... варочную поверхность тоже нужно менять. Она такая уже поюзанная, да? Я не думаю, да? что она, да, отмоется. Даже отмоется. Но самый большой минус для меня, это очень большой минус, если нет духового шкафа. Ну да, вот когда на он выпечке, вот такой, да? Да, когда он такой. Это плохо, его даже никуда не поставить. Да. Опять же, размер кухни хороший, и в принципе... Его можно что-то где-то сломать, вот здесь вот это убрать и поставить его сюда, по идее, да, встроенный сделать. Ну, по идее, да, но так да? жалко ломать что-то ну, новое. Да, ну да, но вообще вот это остается, да, холодильник, это вот все это остается, все аппайнцы да. остаются. Холодильник вроде в хорошем состоянии. Нормальный такой, да. Посудомоечная машина тоже остается, она вроде как будто... Новая, потому что, смотри, вот закрой, если я вижу там, вот смотри, вот только оторвали. Да, ну, новая такое. Точно. Потом здесь что у нас, это пантри, да? Крупу хранить и всякое такое. Ну вот этот факт с духовым шкафом не меня очень расстроил. Да? Да. Я, честно говоря, мне нужно будет уточнить, может быть, они, семья не готовит, может быть, это подойдет. Так, здесь у нас место для завтраков и достаточно хорошего размера гостиная. Да. Потолок тоже, он идет немножко треугольником, то есть достаточно высокий. Потолки, да, они не очень высокие, но они хотя бы как-то возвышаются, да, куда-то там ближе к середине. Нестандартно, он не прямой. Да, то есть да, он да, идет. Да. Ой, а тут смотри, да, тут какие изыски, что-то такое сложно сочиненное. Туда можно поставить какие-то декорации. Да, декорации. Так, проходим. Ну, стены тоже нужно все обновлять, ковролин снимать также здесь. Маленькая гостевая комната. Знаешь, что мне нравится? Планировка дома. Вот планировка хорошая. Да, хорошая. Мне нравится, когда хозяйская спальня отдельно. В одном крыле дома и гостевые спальни в другом крыле дома. Очень удобно. Да, удобно. Здесь небольшая гардеробная. То есть, либо это для детей, но, в общем, неважно, да, так. Детская небольшая. Ну, вот эти все три комнатки, которые мы вам покажем, они небольшие, но они есть. Так, здесь полочки для белья, например. Так, что здесь дальше? Здесь у нас ванная комната. Ванная. Опять-таки... А ванных ремонта. Сколько здесь вообще? Две. Это как бы немножечко
минус, да, что всего две, а не три. Хотелось бы для четырех комнат все-таки иметь три. Ты знаешь, семье, в принципе, я уже говорила, что им дом нужен был даже трехбедрумный. Ну да, 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 да. Поэтому им нормально. Из одной комнаты можно офис сделать. Им не нужно четыре бедрум. Хорошо, вот тут так дверьки открываются. Гардеробная такая здесь побольше немножечко. Ну, еще хотела сказать мне про ванную, что здесь, да, тоже все надо менять. Все вот, менять нужно. Кабинеты менять надо. Ну, жить можно какое-то время, но недолго. И еще одна лучше небольшая поменять. Комната. Тоже ковролин, тоже на смену. Небольшая комнатка и такая дверка гардеробная. Небольшая. Размеры, мне кажется, они все три одинаковые. Да, да, да. Так. Хорошо, давайте пройдем. Что у нас на балконе дворик, имеется? Потому что критерий был тоже, чтобы был хотя бы какой-то дворик, где можно было делать барбекю. Да. Так, вот он, дворик. Забетонирован. Забетонировано, это здорово. Можно даже уличную плитку положить, да, и да, делать красивую площадку. Думаю. Сюда можно летнюю кухню поставить, кстати. Тут много места, да, для летней кухни. Можно накрыть скрином, вон как у дальних соседей, можно не накрывать. А забором я бы тоже отделила. Да, возможно. Вот это уже все доживает. Это, возможно, на замену, да. Будет. Уже невозможно, уже видно даже. Ну да. А это плюс 4,5 тысячи, да, где-то будет еще. Ой, посмотри, кто тут. Да, ящерица. Она массаж делает, массажируется. Ну, то есть потенциал у дома хороший. Если будут золотые руки у хозяев. Один минус я сейчас вижу, что за забором там дорога, машина, но да. Она не, это не трасса, да, это небольшая дорога между комьюнити. Да, такая двухсторонняя, здесь однополосная. Здесь не приезжает много машин. Но имеется. Смотри, какой бамбук. Да, кстати, это бамбук. Ну, мне нравится, что здесь зелено, помимо того, что здесь глухой забор, но он такой большие, симпатичный. Большие старые деревья, но да. Здесь вокруг деревья высокие, то есть придают уют. Машина и тенек. Слышно. Слышно, но внутри не дома, супер сильно. Внутри дома не слышала. Не слышно, да. Здесь слышно. Но главное, что не видно. Да, 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 да. Ну, что есть, то есть. Да, вот соседи. В общем-то, о, у соседей там вижу даже баскетбольные площадки имеются. Ну что, будем заканчивать нашу экскурсию? Да, ребята, мы сейчас проедем к другому объекту. Мы не знаем, что нас там тоже будет ожидать, но вот так мы просматриваем дома, делаем какие-то свои замечания. Естественно, покупатель будет сам принимать решение. Возможно, выберет, приедет, посмотрит. Сегодня просто не мог покупатель присоединиться к нам. Вот, и мы уже были в этой эре. Ну, посмотрим. Может быть, покупатель скажет, что окей, хорошо, мы пока как бы заедем и будем потихонечку делать ремонт. Может быть, они сразу ковер снимут, пол положат, могут заехать, остальное все потом переделывать. Надеюсь, что проблема с духовым шкафом это не будет проблемой для покупателя. Но проедем в другой дом. Спасибо, что вы с нами. Оставляйте комментарии. До следующих встреч. Пока-пока. Пока.